число организаций, деятельность которых разрешена во время усиленного карантинного режима в Баку и ряде других городов и регионов Азербайджана, входят коммунальные службы, обеспечивающие водоснабжение, газоснабжение, распределение электроэнергии, сбор и утилизацию бытовых отходов. В связи с карантинными мерами граждане обязаны оставаться дома и не выходить на улицу без специального разрешения. По этой причине сотрудники коммунальных услуг работают в усиленном режиме. Аварийные службы выполняют свои обязанности с минимальным количеством сотрудников в целях обеспечения качественного энергоснабжения. Азарышех просит абонентов обращаться в круглосуточный колл-центр 199 в случае возникновения какой-либо аварийной ситуации. В период пандемии потребители могут осуществлять платежи, не выходя из дома, в режиме онлайн на официальном сайте Азарышех. Последнее время мы наблюдаем значительный рост спроса на воду. По сравнению с аналогичным периодом июня 2019 года, рост потребления воды составляет около 40%. По этой причине сотрудники АЗРСУ работают в усиленном режиме. В некоторых регионах столицы наблюдается снижение давления воды. И для того, чтобы обеспечить всех водой, ведутся работы. Вводятся корректировки в режим и график поставки. В период усиленного карантинного режима гражданам запрещено покидать дома без специального разрешения. В связи с этим сотрудники коммунальных служб рекомендуют пользователям заранее позаботиться о пополнении счетов на те коммунальные услуги, оплата за которые осуществляется посредством смарт-карт. До вступления в силу усиленного карантинного режима мы обращались к пользователям смарт-карт с тем, чтобы они запаслись средствами на картах, поскольку терминалы оплаты 14 и 15 июня работать не будут. Тем не менее, некоторые граждане все же проигнорировали просьбу или же забыли пополнить счет. Отзываясь на обращение из Баку и Сумгаита, сотрудники Азаригаз дистанционно осуществляли онлайн-платежи посредством карт потребителей. Офислерimizde olan kart okuyucu cihazlar vasıtasıyla online ödenişlerini hayata geçirirdik. В то же время оплату за электроэнергию большинство пользователей могут осуществлять в любое удобное время, включая период карантина, в режиме онлайн. Эльдар Расулов, CBC.